Добрый день, друзья и подписчики моего канала. Ну что, приехал я в деревню. Вот так встречают псы, коты. Да, Муфтар? И сейчас мы проверим, что тут теща с сыном. А то уже февраль месяц, и хватит нам сенца. Так, сына еще предостатня. Вон, теща еще и бананы есть, вон, ящики с-под бананов, что-то в мешку. Солома есть еще. Ну, короче, еще запасы у нас хватит. Сейчас пойдем глянем, что там с дровами. Сейчас пойдем глянем, что там с дровцами у нас. Так, Муфтар охраняет. Так, дрова еще есть. Еще трошки запасы угля. Дровишки есть. Вон мастер тул, кто смотрел мои передачи. Теща колет дровца вот таким топором. Так что пока спокойнее, дрова есть. Сейчас поднимемся, что она там еще что-то запасала. Вот так, в деревне лежит снег, друзья. Немного, но он есть. Трошечки. Коты бегают, как всегда. Полный двор этих котов. Но теща их любит. Так что хай бегает. Так, что нам еще надо? Это взять. Так, что тут на пороге в тещи? На пороге что? Запасы дров. Так, запасы угля. Вот миленький антрацитик. А вот, вот такой уголь каменный. Эта теща вкручена, нашла выход породы, говорит, расковыряла. И вот уголь. Незаконно копанка. Ну, каже, место никому не покажу. Вот такой вот уголек, дивиться. Каменючка в каменючку. Вот так теща нашла вкруче. Говорит, выход, прямо выход породы. И он добывает такой красивый уголь. Такой, как смола, значит. А ну, на свет божий выйдем. Сейчас. Вон, дивиться. Ух, как нефть застывша. Вот такая вот теща. Шахтер. Так, там документы на хату. Надо будет забрать. Так что так, ребята. Кому нравится шахта, пишите комментарии. Пойду сниму шахту. Где там выход породы. Сниму, покажу.